Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джои. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, Джина, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Офигеть. Всем привет, это мы продолжаем играть в «Мафию 2», серия номер 14. И что, я должен к ним присоединиться, нет? Чё они закрылись? Чё они закрылись? Я тоже хочу к ним. Ладно, ну телефон так телефон. Берем трубку. Балаганчик Барбаро, у вас деньжата, у нас девчата. Вито, это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за своей долей. Сколько? 60. Черт, так много! И что нам делать? Не знаю. Нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно. Сейчас буду. Джо, двигаем. Что? Зачем? Пошли, Джо. По дороге расскажу. Печаль, тоска. Ну, поехали тогда. Ладно, девочки, заприте за собой. У нас свои дела. Так что за хрень творится? Это Генри звонил. Карло узнал про сделку. А, черт. А про нас он в курсе? Не думаю. Поговорим в машине. У меня есть всего 500 баксов. То есть я за все это время, сколько мы толкали дурь, я заработал 500 баксов? Что за хрень? У Джо появилась новая машинка. То он на всяких развалюхах ездил. Направляемся. Линкольн парк. С Генри встречаемся? Ну да. Ладно, и что он тебе сказал? Он в порядке? Вроде да. Ну, мы тогда едем. Я это дело ускоряю. Мать. Генри так и говорил, если он узнает. Да. Теперь у нас не хватает денег, чтобы отдать долг Бруно. А, черт. И что же нам, блин, делать? Я не знаю. Соберемся, что-нибудь сообразим. Ну да. Генри придумает что-нибудь. Эй, береги! Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Какого что хрена? Тут происходит? Черт, это Генри! Чем это они его бьют? Сразу с тобой сойти. Что это они с Генри сделали? Они его тесаками, ножами просто порубили. Мать! Да кто же на такое способен, а, Вита? Да они больные нахрен! Дьявол! Кто же на такое способен? Сам как думаешь? Черт, Генри! Ты глянь, Вита! Ты веришь своим глазам! И денег нет. Джо, пойдем. Пора сматываться. Генри, копы займутся. Эй, это же тот тип, что продал нам дурь. Вон! Людей по-разному убивают. Пули бы хватило. ДТП, водитель хочет так скрыться. Какого хрена? Эти уроды, они на голову больные, Вита. Они, блин, сдохнут. В смысле? Зачем вот так? Прямо посреди парка. Я же сказал, больные они. Я их на ихнюю лапшу покрошу. Я что хочу сказать? Мы же даже не знаем, сколько их там. А? И плевать мне на это. Эй, Генри уже мертв. Что, хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. А нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно. Я понял. Просто пообещай, что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Ужасно. Нам надо отдавать деньги ростовщику, отдавать деньги боссу,
эти китайцы. Ну, в принципе, мы за ними едем, мы их преследуем. Я еду на дистанции, чтобы они нас там не спалили, я не знаю. На всякий случай я держу дистанцию. Походу, сейчас у нас будет жесткий замес у них в Чайнатаун. Нашли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Ну да, мы можем либо пойти закупиться оружием, если его у нас нету, либо прямо сейчас. Но я смотрю, оружие у нас в принципе есть. Не очень много, но я думаю, этого будет достаточно вполне. У нас есть дробовик. У нас есть какой-то автомат. У нас есть какой-то второй. Я тут билась с серьезным оружием. Боже, да вы тут при чем? Я просто смотрел на оружие. Ладно. Среднее сложение. Идем, короче, понял. Да, в середину. Не надо нам вот это вот проблем еще. Думаю, да, я с этим автоматом и пойду. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос! Черт, Джо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу! Видел, что они сделали с Генри? Воу-воу-воу! Окей, тогда мы начинаем КВН. Один. Застойка. Два. Окей, так, подожди, я их не всех вижу. Почему я с пистолетом? Они сверху поля! Хорошо. Боже, 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 меня уже опять почти убили. Есть. Где тут еще кто-то? Ага, вон. Вон типочек. Есть. Где еще? Где еще? Давай, быстрее! Ага. Хорошо. Сейчас я перезаряжусь. И идем. Что у нас тут может вообще быть интересно? Да убил же я тебя уже. Ух ты. Вот, есть. Так, в окне, вижу в окне. Давай, вылазь. Есть. Все, идем. Надо бы нам пособирать оружие ихнее. Конечно же. Откуда же все эти уроды лезут? Ух ты. Ну же, мелкие уроды. Вот так меня. Есть. Всех убьем. Следующий где? Урода. Где он? А, вот ты где. Ну, вылазь. Давай. Ну. Есть. Окей, так, подожди, Джон, не спеши. Да, я пособираю оружие. Патроны, дробовик. Все, мы тут вроде бы все пособирали. Ага, это вообще мирное население, окей. Мирное население. Тут мы тоже собрали пистолет. Взяли. Вот тут. Ага, калаш. Почему калаш? Томпсона у нас полный, так что дальше мы тогда идем с Томпсоном. Кстати, тут вот что-то будет. Тут что-то, возможно, будет. Осторожно, там еще лезут! У-у-у, где? Не вижу я их. Где? Где они? А, вот. Вот, есть. Окей. Короче, тогда идем с Джо. Ладно, иди первым, Вита. Тебя попасть нужно. Идем. Спасибо, жертвы. Ух ты. Так, меня опять почти чуть не убили. Есть. Эти двое лежат. Покажи уродам, с кем связались. Тут я пройти так не могу. Где вот этот так. Чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Есть. Тут наверняка где-то валяются плейбои, нет? Ну,
Похоже, что валяются, но не похоже, что я их нашел. Ладно. Что, да, мы идем. Так, тут ничего. Тут мы можем еще пособирать патроны. Скажи боссу, я иду за ним. Хорошо. Это не важно. Еще двое и готово. Где? А где эти двое? Я их не вижу. Ага, вон там вижу один. И... Джо, ну как, ты же пулеметчик. Ты же должен был с ними разобраться. Все, нету его больше. Так, тут что, мы патроны тоже взяли. У этого вообще, по-моему, оружия не было. Или его кто-то другой забрал уже. И тут, и... Ага, так, подожди. Я же еще сканирую. Ага, тут у меня тоже вроде все полное. Хорошо, идем дальше. Тут что? Тут ничего интересного нету. Ничего нету. Можем тихонечко идти. Не обязательно нам стрелять. Угу. Так, тут есть какие-то приколы, журналы, что-нибудь. Вот, журнальчик. Хоть какой-то журнальчик я нашел. Я уже, в принципе, доволен. Потому что, ну, по-любому тут должен был быть журнал. Было бы странно, если бы его тут не было. Так, тут тоже ничего, ладно. Идем тогда. Куда нам там надо? И что? Ага, использовать. Это лифт. А, это лифт. Тихо, боже, тихо. Я не понял, что это лифт. Ты шуметь не любишь. Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Хорошо. Тихо и чисто. То есть тут у нас, короче, стелс. Но я возьму на всякий случай пистолетик. Так. Но этого одного мы можем убрать. Тихо, да? Нет? Какого хрена? Нет, давай, убей меня. Это все честно. Убивай, да. Ну просто, ну, я думал, я его могу убить точно так же, как мы, когда воровали талоны. Почему? Я к нему подошел в упор, но я его не смог убить. Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто. Хорошо. Тогда мы просто пробираемся тихонечко. Сейчас он там уйдет, какой-то второй. Пробираться нужно справа, слева. Я думаю, что... Ты чего? Че ты вазы бьешь? Да, надо, короче, пробираться слева. Вот так вот. Есть. Тут что? Тут вроде бы никого. Ну как никого? Вот тут вот что у нас? Все нормально пока что. Опять крысы. Фу, так рванул. А, Джо сам их вырубает. Я понял, хорошо. Тогда мы идем тихонечко. Тут что у нас? О, тут автоматы валяются. Ну, у меня уже эти автоматы все есть. О, гранаты. Берем все гранаты, коктейли Молотова. Это вот круто. Что это, журнал Playboy? Да, еще один журнал Playboy. Тоже здорово. Хорошо. Идем тогда дальше. Хм. А как мне туда пройти? Мне надо, походу, вот этих вот разбомбить. Да? Ух ты! Ух ты! Хорошо, я понял, хорошо, я понял, все, я больше так не буду. Ну просто, я не знаю, у меня не было другого варианта, мне надо было засветиться, потому что мне надо идти дальше. И, давай. Вот, я тебя увидел. Ага, этого не видно, хорошо, тогда сейчас я его обойду немножко. Вот так вот. Ну там слева еще один.
быстрее! Ну я не хочу просто кидать гранаты, зачем? Давай! Пусть они у меня будут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чё ты бегаешь влево-вправо? Все, нормально, нормально. Тебя уже отпустило. Тут у меня нарисовано, что еще где-то есть типочек слева. Но... Ну а где он? Вот тут? Я его просто не вижу. На карте он нарисован. Так, патроны нет. Где же он? А, это тот, которого... Я понял, это тот, который у нас мы обошли. Хорошо, тогда мы ходим, что-то тут смотрим. Если тут какие-то патроны, может, тут будут еще плейбои валяться. Ну, я думаю, что вряд ли тут будут плейбои. Что это за звук был? Что это был за звук? Ну, в принципе... А, вот, вот. Патроны я взял. Да, мы можем, короче, ехать. Джо. Где Джо? Где Джо потерялся? Джо, пошли со мной. Заходи в лифт. Джо? Ты чего? Никого нету, все ушли. Заходи в лифт. Хорошо, я пойду, я понял. Я пойду убью того последнего, что остался, потому что, походу, он просто Джо очень сильно пугает. Я не хочу, чтобы Джо нервничал. Так вот, да? Прикрой меня, Вита! Ну все, это последнее. Вот видишь, все не так плохо, да? Да, но если нас узнают, и об этом услышит Карло. Поэтому свидетелей не будет. Mm-hmm. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Так, подожди. Куда он опять пошел? Куда? Нам надо в лифт. Пошли в лифт. Где Джо? Кто он? Чудной парень. Куда-то исчезает. Пошли, пошли, Вита, в лифт. О, да ладно. А теперь ты в лифт захотел, да? Я тебя звал. Ну хорошо, едем. Что-то расскажешь мне анекдот какой-то? Нет? Походу нет. Хорошо. У меня уже не такое веселое настроение, как было раньше. Что ты прячешься? Ты труп, ты, урод косоглазый! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да, он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать, уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как? Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел, отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали. Окей, что мы должны отсюда уехать? У него что-то тут есть интересное? Может, он тоже плейбочком балуется? Нет, походу нет ничего интересного. Хорошо, валим. Ты что это творишь, а? В лифт! Да иду, что ты паришь? Так, сейчас нас, походу, опять будут убивать, нет? Боюсь, они не скоро теперь откроются. Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Да? А давай, без проблем, я помогу тебе. Чтобы нам тут Вита, поджечь. Иди сюда. Тут можно выйти наружу. Вот давай сюда кину.
Да, пусть горит. Хочешь содраться? Дерись со мной. Мать твою, ну уже, Вита, валим отсюда. Их слишком много, быстрее, найди нам тачку. Да он маньяк, живым не берем. Вот это вот жестко. А почему вокруг тут копы? Это как-то связано с тем, что я спалился с оружием в самом начале? Или они тут вообще в принципе были и будут? Блин. Большой переполох, маленький. Мать твою, ну уже, Витя, валим отсюда. Окей. Их слишком много, хорошо. Быстрее найди тачку. Маньяк, живым не берем. Стоп. Для начала мне вообще нужно убить вот этих вот копов. О, еще и патроны кончаются. Так, мы тогда просто копов поубиваем сначала. Во, как опасно. Я лучше всех. Так, берем другой пистолет. Нет, это длинный пистолет, но он слишком долго стреляет. Ага, вот тут еще бегут два типочка. И еще один сейчас будет. Есть. Так, там вот какой-то бежит еще. Супермен. Все, в принципе, мы можем теперь уваливать. Хорошо. Сбросили. Давай возьмем эту тачку. Нет. Разбиваем окно. Да. Отвези меня домой, Вита. Ох. Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно. Ладно. Ну, получается, все, я тогда еду к Джо, где-то по дороге переоденусь, и на этом все. Всем спасибо за просмотр, и всем пока. Я умею водить, не лезь. Эта сделка сплошной геморрой. Это ты мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть. Не смей так говорить. Ладно, сперва добудем денег для Бруно. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И, Вита, будь осторожен.